столичных Махалях. Активными темпами продолжаются работы по благоустройству Махалей, изучению проблем населения, решению вопросов, связанных с обеспечением питьевой водой, улучшением инфраструктуры, социальной защиты граждан. Репортаж на примере Чилонзарского района в продолжении нашей темы. В Хакимияте города Ташкента налажена деятельность центрального штаба, а также созданы межведомственные рабочие группы, которые проводят изучение в разрезе каждого района столицы. Для этого был разработан соответствующий план мероприятий, выполнение которого находится под постоянным контролем ответственных лиц. Если говорить на примере Чилонзарского района, как показали изучения, проведенные в 55 махалях, были выявлены свыше 3700 проблемных вопросов, 77% из которых были решены в кратчайшие сроки. Оставшиеся взяты под строгий контроль. В настоящее время благоустраиваются территории Махалей. В рамках общенационального проекта «Яшалмакон» уже высажено 15 тысяч саженцев декоративных и фруктовых деревьев, 34 700 рассад цветов. Создано более 72 тысяч квадратных метров экологических зон. Как показали изучения, имеет место быть и проблемы, связанные с вопросами водоснабжения. На сегодняшний день проложено 700 метров водопроводных труб, очищено 3700 метров ирригационных сетей. В махалинских сходах граждан Якятут, Бренчикерта-Чиланзор и Кинчичар-Кемолон заменены гидранты. Раньше наблюдались проблемы в обеспечении питьевой водой, причем не только в жилых домах, но и в социальных объектах. Отрадно, что они поэтапно устраняются. Слова благодарности за это. Ну а в Махалях Гулистан и Бахорстан активными темпами идут работы по ремонту тротуаров. В Махале Гулистан я проживаю более 15 лет. До сегодняшнего дня это место сложно было назвать тротуаром, поскольку мы передвигались с большими трудностями. Сегодня мы видим, как здесь все стало ровно и красиво. Конечно же, прежде всего хотелось бы поблагодарить руководителя нашей страны. В фокусе отдельного внимания – вопросы социальной защиты населения. В частности, для жителей Чилонзарского района был организован бесплатный медицинский осмотр. Им также оказывается содействие в обеспечении необходимыми медикаментами, получении соответствующего лечения. Словом, деятельность межведомственных рабочих групп, организованных при участии МВД Республики Узбекистан, охватывает комплексный план мероприятий, направленный на обеспечение благоустройства Махалей и благополучия народа.